Основная задача судебно-портретной экспертизы – идентификация человека. Кроме того, такие исследования решают диагностические задачи – установление расово-этнической принадлежности, возрастной группы, половой принадлежности. В последнее время такие экспертизы становятся более востребованными. 40 было проведено в прошлом году, 10 – за 2 месяца 2020-го. Необходимость в установлении личности возникает в процессе проведения оперативных и следственных действий при розыске и задержании лиц, скрывающихся от следствия или суда, в ходе проверки по учетам без вести пропавших, при проверке документов, удостоверяющих личность. Изобличить злоумышленников можно с помощью специальных технических средств и методов исследования. Методы, используемые при проведении портретной экспертизы, они основаны на изучении признаков внешности человека, изучении закономерности изменений этих признаков в зависимости от объектов, на которые предоставлены портретная информация, а также в зависимости от идентификационного периода, то есть как изменяются признаки с возрастом. В пограничный Брест на исследование предоставляются паспорта жителей Пакистана, Чечни, многих европейских стран и других государств. Особо сложным являются экспертизы жителей Нигерии и Монголии. Также в отношении девушек и женщин, которые поменяли внешность в ходе пластических операций и косметических процедур. Сложности исследования монголоидной и негроидной расы заключаются в том, что немножко по-другому меняются признаки внешности у этих людей. Паспорта сейчас распечатывают, изображения в паспортах распечатывают на принтерах. Мелкие детали, особенности на этих изображениях не передаются. То есть морщины, шрамы, родимые пятна очень трудно исследовать и правильно оценивать совпадающие и различающиеся признаки при проведении сравнительного исследования. Благодаря тому, что сейчас вводятся биометрические паспорта, очень часто инициатор назначения экспертизы предоставляет нам не только паспорт, но и считывает информацию с чипов биометрических паспортов, где качество изображения намного лучше. Любая экспертиза сегодня – это фундамент в ведении уголовного или административного дела. Система портретной идентификации сегодня работает качественно и быстро. Результаты судебно-портретной экспертизы будут готовы в срок до 30 дней. Виктория Нечаева, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ».